Возможно, кому-то могло показаться, что чемпионат мира по футболу в Казани уже стартовал. Но нет. Так ярко и масштабно начался городской этап кожаного мяча. Если первыми на поле вышли артисты, то следом на газон вынесли тот самый золотой кубок чемпионата мира. Наверное, как раз мировой кубок и мотивировал игроков на такие моменты. Первыми на газон вышли госслужащие и ученики Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Они-то и сыграли унифайт матч от главного спонсора турнира. 1-0, 1-1, 1-2. Штрафной прострел, удар и гол! В итоге ничья 3-3. Красивый гол, было не обидно пропускать с пяточкой. Как бы игрок один открылся, забил, все было красиво. Ну а забил решающий гол как раз ученик Мамадышской школы-интерната. Они пятикратные чемпионы России по мини-футболу. А недавно турнир «Унифайт» исполнил их мечту. Команды были очень сильные. Удалось завоевать первое место и тем самым завоевать путевку в Чикаго на международные соревнования. Я всем сказал уже, что поедем в Чикаго себе, и все. Здесь Мамадыш знает. И пока на поле идет борьба, команды готовятся здесь, у кромки поля, играют в игру «Оле». Самое главное правило, чтобы мяч не упал на землю. Давайте посмотрим, что получится. Только в Казани турнир «Кожный мяч» собрал более 200 команд. И пока кто-то красиво обращался с мячом, другие делали с ним красивые фотографии. Восхищение. 6 килограмм золота – это не каждый день увидишь. Я все время хотел на матчи сходить, а тут еще и в Казани, и на стадионе близко с домом. Супер! Команды-победители отправятся на республиканский отбор. Лучшие из них представят республику на всероссийском этапе кожного мяча. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань.